Ну чё, продолжаем. Чё у нас тут есть нормально? Калар с глушителем есть, но будешь не лучше. Всякое должно что-то еще быть. Огнемет не нужен. Я тебя урою! Тоже хуйня. Кто-то испортил сигналку! А чё вы сюда приехали? Это вообще не ваш сектор, ребят. Приперлись они сюда. Короче, нет нигде циркулярки, ебать. Плохо. А, подожди, почему? Там же есть это. Как ее, блядь? Здесь еще не смотрели, может здесь будет что. Так, может. Где эта хуйня-то? А где магазин здесь? Есть. Ну типа магазина, дверь красная. Да ну нахуй, не может быть, должен быть. Я ж помню в компании, а вот да. Здесь. Вот оно. Вот она, пацаны, блядь. Подожди, не-не-не, нихуя не то. Вот она, блядь, сука. Пацаны, циркулярка, короче, находится в крепости Пайгана. Когда вы проходили Дургеши, ебать. Она находится в крепости Пайгана. Не благодарите. Она существует, блядь. Я думал, ее нету. Уже отчаяние падало. А где патроны-то тут были? Патроны надо пополнить. Все, ёптать, можно теперь хуярить их нахуй. А где еще коробка с патронами есть? Коробы с патронами есть. О, теперь мне нихуя не страшно с этим пулеметом. Вообще похуй, ебать. Да, заберем хеликоптер и зачистим ближайшие вам посты. Все, можно уже ничего не искать. Экипировка у нас оставляет желать лучшего, ебать. Ну, только вот пулемет. Поменять другой на что-то более дельное. Все, даже можно по вот этим точкам больше не шнырять, ебать. Сразу можно сейчас нахуй. Что делать? Захватывать вот эту хуйню. То, что это мы уже все захватили. Просто аванпосты позахватываем все по приколу. И отправимся на дислокацию. Все-таки пулемет есть этот охуенный вообще. Да, в принципе. Это неудивительно, то, что он там находился. Осталось только зеленый пристав на фарме, чтобы у нас были аптечек много. И все. Я думаю, за всю серию мы должны захватить все посты. Ну, я не знаю, что это нам даст, правда, блядь, но попробуем, прикольно.
Где он? Нет, так... так не годится. Не, пацаны, все, пиздец вам. Без шансов. Мы идем с востока. Где он? Я тебя прикончу. Все. Аванпост освобожден. Даже можно с сирены хуярить, вообще похуй. Похуй, бать. Давай ящики полутаем, может, что есть полезное. Бушмен, под циркулярка, блять, полный набор счастья, ёбаный, что еще нужно нам? Согласись. Что еще нужно для счастья? Патроны. Нихуя больше нет, да? Нет, то есть пропаганда только. Так, а что мне нужно для крафта, блять? А, навыки, если мне их никуда не вкачать, да? А сюда можно вкачать. Где ты, ебаный? Все. А что мне нужно для крафта? Шкура гула, блять. Шкура крокодана, леопард. Один зомбарик. А чё, вертолёт они мой не уебали случаем? Ёпта, ты что так пугаешь, Вася? Не, вот, вертолёт на месте, заебись. Так, идем далее. Карта. Что ещё тут можно захватить? Вот эту хуйню можно захватить. Контрольный пункт Сахиджайл. Не. Полетели. Да, вот тут оставим. Сколько тут сирен? Три, хуя. А сирены выкосить, а потом ебашить их с этой циркулярки. Я, конечно, понимаю, что с циркуляркой можно, блядь, все контрудары разъебать, но его нахуй, сэкономим себе время.
Ищешь? Не нашел. Я народу положил. Исчезь. Начинаю поиски противника. Ищи, ищи. Тяжик остался. Где ты, блядь? Он был моим, сейчас порешу. Да. Сейчас я тебя порешу, нахуй. Бля, как он не вовремя повернулся, сейчас бы было бы красиво просто. Вам похуй. Так, ты два. Еще один где-то. Мара. Что тут есть что-нибудь из стволов-то? Там дробовик какой-нибудь хороший, не? Ты на, блядь, прокачайся потом. Нихуя нету. Ну, давай дальше тогда. Давай до гирокоптера. А, так что еще тут? А я захватывал эту хуйню, не? Я забыл, блядь. Я захватывал ее. Шикхапур, блядь. Хуй узнать, не помню, блядь. Шикхапур, шикхапур, блядь, не помню. Блядь, или захватывал. А, это наверное где-то хуя, где хуя людей было? Я посмотрю. Нормально. Попал удачно. А, ну да, захватывал. Никого нету. Так, здесь я был. Да. Вот здесь не был. Псарни, на псарне не был. Поехали, полетели до псарни. Сколько недалеко. Можно, в принципе, даже с хеликоптера, наверное, не слезать сразу к сложу, а похуярить все, блядь. А потом приземлиться на лаке и залутать отсюда. Если вот Гейпэйган хеликоптером выручил, красавчик вообще. Цены ему не было. А, откуда? Все. Как и планировалось. Плюс 5 минут, 50 минут забачь. Смотри, вычтут нахуй, смотри. Чекай.
Да, выйдешь, 5 минут выйти. Да, действительно, дохуя времени. А чё ты хуйню здесь создать, леопард, ну? Блять, навык я опять. Да что тут качать-то уже, ёпта, всё прокачано нахуй. Ты видишь, не качается. Всё. Ну хоть не уебали мы это, блять. Вертолетик, нахуй. Так дальше куда? Так, здесь я был. Сюда теперь ебашим. Покхари Эхара, блядь. Готов, чувак. А, похуй, мне 25 секунд сюда. Ни о чем. Это тоже нормально с воздуха атаковать. Хотя нет, давай лучше так. Хули, разнообразие должно быть. Давай вот тут оставим. Никуда он от нас не денется, вертолетчик. Где же у вас, братцы, сигнализация-то? Ага. Твоих пуль я не боюсь! Да как и твоих я не боюсь тоже, да. Тут убитые! Мин будет... Увидели, да? Ладно. Тогда будем по плацдарму. Приближаемся к вам! Я тебя задену, серьезно? Задену и выплюну нахуй. Пусть идут похуй. Мы подходим с юга. Снова бы идея юг, блядь, ваши. Ящика открою, пусть. А это внутри, да? Не, так не годится. Патроны есть, понял. Ты куда? Все. Вам пост освобожден. Что у нас тут? Патроны. Ящик. Да нихуя не могу создать, хули ты меня постоянно в инвентарь тыкаешь. Хеликоптер. Так, что у нас осталось? Вот эта хуйня осталась, это и это, три всего. Можно отправляться на победу, на податную тюрьму. Так, начнем с этой блокпоста Бихирабата, блядь.
на хеликоптере трудностей не будет добраться. Тут оставим. Бля, где бушь? Да пометь ты, ёб твою мать, заебал. Гадость, блядь. Сколько тут сигнализации? О, две хуйня. Сектор чист, все верно. Я найду того, кто это устроил. Найди. Ничего не упускайте, найдите его! Ну и нахуй. Где ты, Питер? Хули так кругами бегаешь, сука, крыса ебаная, иди сюда. Я хотел сирену включить, гандон, блядь. А не ушла. Нормально. Где у нас магазин? Че это, дробовик, да нахуй мне? 100 лет. Бит упал. Пропаганда. Все, да? Так, Вася. Давай берем хелик и тогда и дальше идем. Сейчас, подождите. Так, продолжаем. Где мой хеликоптер? Блять, вот интересно, если я буду Far Cry 5 проходить, там будет эта хуйня? Ну, МГ вот эта вот, охуенная вещь. Давай сюда, сюда и потом вон туда. Вот где это, вот, вот сюда вот, да. И все. Что ты его, блядь, трясёт? А починить нам надо. И он там, он, видишь, ближайший рядышний аванпост. И можно прямо в этой серии напасть нахуй на площадку. В принципе, с пулеметом так плохо вообще. Я могу вообще ничего не юзать, кроме пулемета. Здесь и оставим. Пойду посмотрю.
всем быть на чеку. О, блядь, тяжеловес, ебать. Не тупите, Штопан! А я Гусей! Граната! О, увидели. Бля, вот сирена, вы знаете, где находится, бля. Сыда, бля. Будем через 30 секунд. Давай, давай. Ты просто очередная цель. А, вот он. Чё ты не залутал, дебил, бля? Мы подходим с юга. Да хоть со всех четырех сторон, не похуй. Тут еще тоже коробочка есть. И что? Мы подходим с юга. А почему не с воздуха? Блять, не то. Я спешу, придурок! Я застанковываю! Все. Склад золота Кио захвачено. Минут сейчас бавит, нахуй. Да пусть забавляет, похуй, с ним нахуй столько времени не надо. Ты бюжет, это хуя. За 56 минут я могу выебать, блядь, каждого. Это... Что это? А, нет, калаш не надо. А где? А, надо тут. Блять, вот не берет аптечки, хоть бы с запасом брал бы, блять, вот серьезно. А где магазин тут? А, вот он. А, тут магазин внутри. Короче, просто ничего. Чего вот эти чепрачные топиры, блять, всякие? Нихуя сено создать не могу, блять. Шкура кабана, блять. Где хеликоптер? Поехали, последний освободим. Мне интересно, что дадут за последний вампоз, захваченный мной, блядь. Вот я вроде захватывал, толку нихуя с этого, блядь. Просто время, наверное, оттягивает и все, да? Ну просто по приколу. Уже вы посмотрите, потом знать будете, что нахуй не надо. Лишь только ради времени. Может, какое-то укрепление в конце бонусом дадут там на площадку, блядь, все-таки мне. На все время придешь на площадке тяжко, блядь. Давай сверху на нас. Да. Тихо, блядь. Смерть твоему роду! Ты кто? Какие-то шныри пришли, блядь. Я их и не звал. Блять, один сзади. Ин рассчитывает на нас. Ищем. Перевернись тут все. Ты не улетел. Меня хватит. Надо пойм. Вперед, вперед. Нужна поддержка. Да кто там опять успел ее включить, блять? Вот какой-то шнур остался и включил, блять.
Приближаемся к вам. Ну иди, ладно, чё. Идем на своих двоих. Ну, давай. Охотники мы хотите напугать. Страшно. Вижу. Ты просто очередная цель. Мы идем с севера. Давай. Не, все-таки сделаем другие 6-4 серии. Последнюю серию сделаем посадку. Я не знаю, сколько вам по времени будет идти. Что тут есть? Очко навыков. Давай качнем. Где там хеликоптер полетели? Сейчас я возьму его. Полетели на посадку, короче. Время пришло. Нахуй, пусть серия будет 50 минут, но зато она будет последняя. Так, где эта хуйня, блядь, далеко улететь, ебать? Не, ничего не дали для нас вообще. 3 километра, ебанись. Ничего. Да, починим. Нормально. И полетели. Как далеко возобновлю, чтобы не смотреть эту монотонную хуйню. Не понял. Так, ну что, осталось 300 метров. Полетели. Вот это место, блядь. Что ж, Аджай, похоже, ты решил меня покинуть. Надеюсь, подготовился ты как следует, потому что люди Юмы пытаются взорвать свой вертолет. Мужайся, Аджай. Это проверка на прочность. Да? Сомневаюсь, что пилот сможет взлететь до того, как ты очистишь зону высадки. Давай. Вперед, Аджай, не сдавайся. Я в тебя верю, и вот это вот все. И долго очищать его. А почему нельзя просто улететь? Где пилот вообще, блядь? Блядь, зайти куда-нибудь сюда, что ли, блядь, в удобный уступ. Там боеприпасы сейчас. Ну я готов, ладно, вкусно. Минут прожить надо, да?
Да-да-да. Наверное, блядь, чуть пониже надо спуститься. Ты куда побежал? Да, 40 с чем-то минут серия выйдет нормально. Патрон, да хуя тут то, что, блядь. Подохнуть не имеем права, блядь. Один есть-то вообще, что-то какая-то тухлая, блядь. Тухло нападаю. Готов, чувак. Где ты, блядь? Ты хуй найдешь еще, блядь. Ой, блядь, упал. Где они? Да ёбаный в рот. Пусть поближе подлетит. Ушел. Как-то не очень, блядь. С этим пулеметом вообще хуйня. Готов. Блять, как это тухлое, блять, нападение вообще, я не могу понять, где они есть, блять. Вот здесь их по поле будет. Тяжиков направили, блядь. Нет, по его роду! Здесь где-то, а где? Съебался. Там никого нету. А, патроны, ёптать, патроны не взял, я. Один у них, кстати, есть. Давненько я никому кровь. О, здесь их, блядь, дохуя. Решил сообщить тебе, что ты на полпути к успеху. Прямо киборг какой-то. Ну так а хули? Циркулярной пилой вообще не забыл, что такое смерть нам. Покажите свою нефть! Ой, один уже туда куда-то пошел. Какие-то косые они, блядь.
Бля, где? Остановись, батя. Вот здесь, смотри, партия хуячит. Куда ты собрался? Патрончики. Да хуйня, это вообще не атака, это, блядь, детский сад, ёпта. Вертухачик летит, это хорошо. Нападай нахуй. Ты туда пошел. А где? А вот он. О, вертолет заводиться начал, нихуя себе. Понял я. А, там разогревается типа. Да хули ты солдата, блядь? Шмри, блядь. Слышишь, что включает? Иди нахуй, тебе задача этих убивать, да. Пацаны, вам не сделать ничего, вы бессильны. Все, да? 1:55 заняло. Все, пацаны, долина из Другеша. Тьфу, блядь, долина. Побег из Другеша пройден. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Будем дальше проходить Far Cry Primal. Пойдем в каменный век. Но это будет завтра. Всего доброго.